Председатель правительства Дагестана Абдусамат Гамидов встретился с дербентской группой переселенцев из аварийного жилищного фонда. Премьер-министр осмотрел дома и дворовые территории по улицам Ленина, Буйнакского, Сальмана, а также обсудил с жильцами ход программы по переселению. Абдусамат Гамидов внимательно выслушал пожелания и просьбы жителей. По итогам обсуждения были достигнуты договоренности по всем вопросам. Наша самая большая задача – сделать людям хорошо, чтобы их это устраивало. И максимально все, что от нас зависит, сделаем, чтобы они. Единственное, что меня беспокоит, конечно, это сроки. Потому что эта программа должна быть завершена в 2017 году. Если люди, на самом деле, как мы договариваемся, не выдвигая каких-то дополнительных условий, мы им поможем там съем квартиры, там заплатить деньги. Дружно выселятся, скажут, вот мы освободили дом, завтра же могут приступить строители. Глава правительства поручил застройщикам и соответствующим структурам совместно с инициативной группой граждан представить в срок до субботы проекты предстоящей застройки с учетом существующих ограничений и обременений.